Всем привет, меня зовут Андрей Лоскович. Новый у нас объект — укладка плитки на полу. Вот, и хочу я рассказать вам о системе выравнивания плитки. Я думаю, многие сейчас уже ее используют. Вот, изначально мы пользовались одного производителя, вот, увидели на рынке другого производителя, решили попробовать его. Почему по выбору на второго производителя? Потому что думали, что вероятно он будет тоньше, то есть давать меньше шов. Сейчас я покажу. Изначально мы использовали вот такие вот СП, они у нас закончились. Вот, ну, такая вот СП-шка. Вот она была бы в целом вот такой вот грибочек у нее идет. Вот так она в целом виде была. Вот. Вот для нее зажимчик. То есть все это выглядело примерно вот так. Защелкивалось и плиточка выравнивалась. Мы же перешли на СВП фирмы Fairtone. Вот. Полная лажа, если честно. Мое личное мнение. Не только моего, моих коллег. Повелись мы на то, что якобы будет тоньше. Вот шов. Вот, но это полная ерунда. Я вообще не понимаю, для чего они ее выпускают, потому что она вообще не выравнивает плитку. То есть, если с помощью вот этой системы, если даже плиточка шов ушел, допустим, одна ниже другой, то когда ты защелкиваешь, она автоматически вытягивает ее. То есть, чем сильнее затягиваешь, тем ровнее как бы все дело это встает и будет. Вот. Это же вообще никак. То есть, если плитка просела, вот, вытягиваешь, она просто загибается вот так. И все. То есть одну сторону приподнимает, а другую. Ну, то есть приподнимается на одной стороне, а другой край, как был провисший, так и есть. Вот. Она просто вот так вот загибается. Вот. Как я уже говорил, мы повелись на то, что это дело будет тоньше. Есть вот у нас штангель-циркуль. Сейчас мы поймем это все дело. Ну, то бишь. Вот наша старая СВП-шка. Вот берем мы штангель-циркуль, меряем, видим 1,4 мм. Берем новую СВП-шку в самом тонком месте, это то бишь у нас вот здесь вот внизу, вот меряем 1,3 мм. То есть разница вообще несущественная, которую вообще никто не почувствует. Так что, а по качеству вообще полнейшая ерунда. Производитель Fairtone, вот, не рекомендую вообще в использовании, как любителям, так и профессионалам, потому что зря выкинутые деньги. На этом у меня все. С вами был, как всегда, Андрей Лоскович. До новых встреч.